сухая тунгуска. Прибыли. Вон там вытекает окуневка. Вот база. Ну, раньше пользовались, сейчас все заросло тут. Мы решили чуть-чуть вот на окуневку эту зайти. О, есть. Есть. Я рыбок кормлю. Слышь, Антох? Что-то клюнуло. Я, кстати, вот такую приблуду придумал. Не знаю, насколько она эффективна. А вот и бешеный дождик пошел у нас. Так, надо капюшон надеть. Все-таки попали под дождь маленько. Такой проходящий это дождь. Классно, наверное, до базы. Что там за база, посмотрим. Кто-нибудь там сейчас живет, не живет. Сейчас подъедем, спросим. Ну, наверное, кто-то есть там. Там хорошая база. А вот и база. Домик такой зеленый стоит. Увешанный антеннами, тарелками. Да, посмотрим, кто там живет. Какой-нибудь дедушка, старовер. Наверное, не знаю. Мужичок. Аккуратненько. Уютненько. Посетили базу. Ну, там два вахтовика, они по вахте как бы работают, потом другие заселяются. Ну, ухаживают за этой базой. Красивая база, хорошая. Посидели, нам кофе налили, угостили кофе.
сказали, где изба. Дали много очень всяких гостинцев. Сахар, который у нас кончился. Конфет дали. Булку хлеба. Картошки и лук. Вот нам картошки как раз и не хватало. И сахара. Сладкого очень хочется. Столько дней без сладкого практически. Ну, я им отдал щуку, которую поймал сегодня, отдал ее. Сразу забрали. Ладно, у нас вечереет. Надо место для ночлега искать. Опять будем в потемках готовить. А так все хорошо. Все устраивает. Ну вот все наши вещи. Натаскали дров. Сегодня будем прям на берегу ночевать. Время уже, наверное, 9 час. Занимаемся. Каждый чем-то занимается. Да, я сейчас уберу. Сегодня будет у нас картошка, которая дали нам на базе. Насобирал костяники сегодня. Опять будет чай с костяники. Очень вкусная. И по берегам ее очень много. И чайку. Надо будет еще почистить два хариуса, которых сегодня я поймал. Антоха будет еще линка сегодня чистить. Там на завтра опять рыба нужна будет. Обедать будем на воде. Ко мне подплыло очень много рыбок маленьких. Вон, мясо едят. Можно сказать, с руки я их кормлю. Как пираньи, блин, налетели. Офигеть. Я рыбок кормлю. Слышь, Антох? Мясом. Налетели, прикинь, как пираньи. Не пойму, что это за особи. August 28. Сегодня пасмурно. Телефон на зарядку поставил. Плохо заряжается. Ну, то есть заряжается, но не быстро, а долго. Даже в такую погоду заряжается. Ладно, все, сейчас отчаливаем. Идем сегодня тоже на 20 километров сделать. Идем до Окуневки, да. Ну и по пути будем рыбачить.
нам еще рыба нужна. Ну, я, кстати, вот такую приблуду придумал. Не знаю, насколько она эффективна. Вчера вот этих двух харизов засолил. О, а что у тебя на торчат? Кто? Вот палки, эти? Но... палки? Ну, сейчас повыше могу сделать. Не знаю, вот так вот сделал. Выдержат, не выдержат. Ну, ладно, он не выдержит, значит, так оно и быть. Тому и оно ему и быть. Это так, эксперимент пока. Ладно, погнали мы. Дальше нам нужно было дойти до устья речки Окуневка, где располагалась еще одна база. Она уже почти заброшена, но выглядела в первозданном виде как новая. По словам тех вахтеров, на первой базе, на которой мы останавливались, принадлежит какому-то депутату. Но эту базу, которая находится на Окуневке, почему-то потихоньку разбирают. Сказали, что ее переносят в другое место. А куда хотят перенести, точной информации нет. Посоветовали нам, что на той базе можно переночевать, и там никого не будет. Еще, кстати, сказали, что до нас, других туристов, таких как мы, больше не было. Так что в этом году мы были первооткрывателями. Конечно же, мы принимаем решение остановиться на той базе на ночлег. Но до базы нам еще пройти нужно минимум 20 километров. Может, там еще и рыбки половим. Не зря же ее там построили. Решили остановиться на ручье, покидать, которого вообще на карте нету. Ага, есть. Хариус. А, небольшой. О, хороший. Нормальный такой. Отлично. Стой, да стой. Меня удивляет эта рыба тем, что она очень сильная. Извивается, капец. Да, блин. Ну, 10 минут покидали, только один хариус, больше не было. Едем дальше. О, хариузок. А, небольшой. Нормально, что? Не сильно маленький. О. Вчерашний линок пожарили. Антох пожарил. Сейчас у нас опять перекус на воде. Поймал сегодня только два хариуса. Один такой нормальный, другой поменьше. Все. Свежая рыба, пока два хариуса.
У нас начинаются порожки. Там будет сужение. Сейчас немного пройдем, посмотрим. Не знаю, что-то прям шумит так-то. Издалека прям слышно шум. Ну, прикольно, красиво, конечно, тут тоже. Вот вроде ровно, да? А когда своими глазами видишь, прям такая горка, спуск. Спуск прям воды идет. Сейчас пойдут камушки. Жаподерные камушки, как я их называю. Такой это перекат. Самое главное не сесть на камень. Вот он, один пролетел. Не видно, куда ехать, где камни. Вот, еще один, еще один. Как нормальные волны, блин. Вон камушек впереди. Идет, красавчик. Нормально. Есть. Изи. Я натренировался. О, какие камни там, квадратные. Берег квадратный. Как будто кто-то их пилил, точил тут. Прикольно. Так, и здесь мы сейчас, наверное, да, порыбачим. Перспективное такое место. Все-таки оторвал, блин. Сейчас надо будет заново это все делать. Это за всю поездку, за весь сплав второй раз отрываю. Вот. Вот такие вот карабины. Полное говно. Я их выкидываю, оставляю только шнур. Ну, то есть поводок. И ставлю вот такие вот. Они такие прям мощные. Вот. Но они с верхушком идут. Но я верхушки себе оставляю. Снимаю только вот эту часть. Все.
Оторвал свою козырную блесну, самую козырную, блин, мэпсовскую. Ну, у меня есть такая же, но она уже вся поржавела. Ну ладно, ее поставлю. Такая же, просто цвет другой был. Последняя такая осталась. Солнышко выходит потихоньку из-за туч. Облака рассеиваются. Сейчас заряд быстрее пойдет. Пока телефон заряжаю. Потом надо будет камеру несколько батареек зарядить. А то батарейки кончаются. Мы хотели дойти от базы до Оконевки без ночевки. Было чувство, что потеряли время на этой базе. И хотелось пройти все это по максимуму. Мне постоянно казалось, что мы опаздываем. В итоге посмотрели график, и мы, оказывается, и никуда и не опаздываем. Вот и заночевали прямо на берегу еще по светлу. Не хотелось все-таки готовить еду в потемках. Наелись рыбы, картошки, напились чаю, как всегда, из костяники и спать. И в этот раз спалось очень хорошо. Нам, оказывается, надо было вообще пройти на следующий день не 20 километров, а 17 километров 500 метров до Окуневки, где располагалась вторая база, где мы должны будем заночевать в комфортном месте, а не в палатке. Так, не успел заснять. Это даже не Харюс, не Харюс. Сик. Слышь, это Сик? Сик? Маленький? Первый раз ловлю такого. Ну вот и доехали до Окуневки. Вот избы. Это первая база, где мы были, это ихняя база тоже. Там такой же крест стоит. Одного сига только поймал. Первый раз в жизни. Не знаю, сик, не сик. Вроде Антох крикнул, сказал сиг. Сиг, сиг. Сегодня ночуем здесь. Батарейки вообще практически не осталось. 7% всего. Не знаю, сегодня получится поснимать рыбалку. Сегодня еще вечером хотим здесь половить. Потом, может, на телефон еще поснимаю, там осталась зарядка, плохо заряжает. Ладно, на избу. Сейчас вещи перетащим к избе. Будем сегодня опять готовить. Наверное, уху сварим. Что-то клюнуло. Мешонок.
сухая тунгуска. Прибыли. Вон там вытекает окуневка. Вот база. Ну, раньше пользовались, сейчас все заросло тут. А так все вывезли отсюда на другую, на новую базу. Вот двухэтажный дом еще. Там сарай с дровами. Ох, там дров сколько. Дров дофига. Туалет. Я тут пусто. Ну тут ноль, почти нулячее. Деревом пахнет. Офигеть. От старого приемника. Газовые баллоны. Печка. Топчан. Один топчан. Таблетки. Будем сегодня здесь спать. Мышиный помет. А вот он, кстати, приемник старый. Ну, так, здесь, вот на первой базе мы были, там вахтовики приезжают, постоянно дежурят, следят за базой. Раньше здесь следили, сейчас такое чувство, что они разбирают ее потихоньку. Там и сауна была, печку убрали. Там, которая на улице стоит. Вообще почти новое все. До сих пор деревом пахнет. Ладно, как бы так. На втором этаже. Хочу на второй этаж посмотреть, что там. Это тент, который закрывает веранду по бокам. Натягивается. Ну и все. Что такого? Табуретка еще. Самодельная. Ничего такого. Мышь самодельная, наверное, тоже. Блесна. Пятерка. У нас свечерело. У нас стол накрыт. Я засолил сегодня хариузов тут. Готовим. А готовим мы сегодня рыбу жарим. Она. И я уже уху сварил. Вот у нас уха. Мы сегодня с комфортом. Печка есть. Вот сюда заправляем дровишки. Дрова есть. Все есть. Картошка, да? А, вон, три картошки. Сейчас будем картошку кушать. Сегодня у нас вообще просто люкс. У нас сегодня изба люксовая такая. Офигенная веранда. Все наши вещи. Ну так вот скромненько накрыт стол.
Нас двое человек. Ну, мы расположились прям на весь стол. Два человека, блин, приехало. У нас все тут, все разложено просто. Вот так вот. Красотища. Наверное, сегодня будем здесь спать. Ну, еще думал сегодня. Думали, вон там будем спать, в том домике. Ну, здесь ближе. О, кстати, вот они, мои хариуза, которые сегодня я на лодке их вялил. Вот, сегодня еще вялятся у меня. Я их солил. Завтра, наверное, уже будем их кушать. Развесил, пусть вялятся. Ну, это так, эксперимент у меня. Обычно я так щуку делаю на ветру. Ну, ветра нету пока. Обычно на ветру я так вялю щучку. Вообще у нас с погодой просто фартит. Прям хорошо. Фу-фу-фу. Раз, два, три. А, ну да, как Антон говорит мне всегда. Он говорит, ты всегда везучий. Ты везучий, везучий. Ну ладно. Будем этому придерживаться. Все классно. Так, ну сегодня у нас 28-е, завтра 29-е. Отоспимся, поспим. И завтра опять у нас путь. Сколько мне нам надо будет завтра километров пройти? 20 также? Ну нет, там не обязательно. Там главное пройти большой порог. А, порог? Да, у нас завтра будет в обед большой порог, в обнос. Но. Ну и после большого порога будем выбирать, насколько мы быстро пойдем. Ну, скорее всего, опять найдем избушку. Она вот там находится. В общем, у нас впереди еще сколько? Две избушки или три? Две избушки, а один берег, и мы находимся в той стороне. То есть получается у нас впереди 4 дня пути. 4 дня еще ехать, ага. Ну, сейчас у нас расстояние очень катастрофически уменьшается, поэтому мы сейчас растягиваем временем занимаемся. Растягиваем удовольствие. Да, то есть, в принципе, мы... У нас времени просто капец. Вагон и маленькая тележка. Даже не понимаем, с какой скоростью мы едем. Но мы очень быстро идем. Очень быстро идем. У нас запаса времени просто вообще. Ну, засекали примерно 7 километров в час у нас на байдарке идем. И то вальяжно. Ну и то, если там в перекате, но если даже в стоячке, то где-то на 4,5 минимум. Даже против ветра. Так что мы можем... Да, кстати, прикол такой, что байдарка идет против ветра, пофиг. Идешь и идешь, ветер вообще абсолютно не мешает. И течение не мешает. Единственное, что у нас еще может быть, если мы выйдем на Енисей, и там будет стоять вал. Вот это будет проблема. А, северный ветер, да? Северный, там северный получается? Или запад. Ну, короче, если будет вал, это вообще жопа будет. Ну да. То есть, как бы, остальное все под контролем. Блин, ну вообще хоромы. Тут просто вообще все условия. Это мне очень нравится. Он плохо все рыбу жарит. Ну это все наш котелок. Царский. И чай. Кстати, вот полный чайник чая мы сегодня сготовили еще. Плюс, да? Плюс к этому, да, он что-то, да, около 5 литров, да, такой. Ну, он старый, капец, конечно, старый, но вообще очень удобный. Ой, блин, батарейки садятся, все, я не знаю, как я дальше буду видео снимать, если честно. Какие-то... моменты такие небольшие буду снимать, потому что все с пауэрбанком. Кстати, где пауэрбанк? Ты убрал? Да вот он у нас. Ну-ка. Развинулся. Короче, вот, смотрите, что с пауэрбанком произошло возле костра. Это капец. Он мне столько лет служил. Но Антоха попытался его реанимировать. Не получилось. Короче... Блин,
Ну, короче, там что-то перепаивать надо, да? Нет, там просто клемма от температуры отпаялась. Ее нужно просто припаять. Сегодня выспались. Спали с комфортом, поели. У нас утро, мы никуда не торопимся. Нам сегодня надо будет дойти до больших, самых больших порогов. Мы их, конечно, не будем проходить. Будем перетаскивать лодки, там очень сильные волны. От камней, буруны, вот это все там опасно. Мы решили чуть-чуть вот на окуневку эту зайти. О, есть. Есть. Поймал хариузок. Сразу же взял. Есть. Ну нифига ж, три крючка заглотнул. Весь тройник. Так вот. Поедем сегодня до порогов. Вот. Там посмотрим, что там будем рыбачить, скорее всего. Вот сейчас, кстати, Антоха тоже там такого же хариуса достал. Блин, сейчас, ладно. Сейчас. Надо будет снять его как-то. Блин, был. Сидит. Сейчас. Был какой-то один. Сошел. О! Блин. Какой красавец у него. Смотри, у него другая расцветка этого. Какой-то. Смотри, с красными пятнами. Ну так, хорошее место. Пробуем еще. Вот, еще один тут сидит. Вот он, ага, был. Был. Из засады прям. Не знаю, на камеру было видно, нет? Они под коня, под камнями сидят и из засады это. О, есть. Еще один. Это у меня уже третий. Ну, там еще один сидит. Сейчас еще четвертого, наверное, вытащу. Ну, так сейчас надергаем хариузов. Завтра у нас будет жареха. Реанимировал свою блесенку. Поставил мощное кольцо. У меня сломался же зуб один. Другой тройник поставил. Вот сейчас на эту блесенку. А что она там? Тройка. Работает. Это моя самая выручальная блесна, которая ловит все. Ага. Это как будто было. Нет. Ага, есть. Маленький. Бля, в одном месте, я сейчас выпускаю. Ну как маленький, нормально. Приходится туда-сюда по камням бегать.
Вот это такая мне рыбалка по душе. И кидать не надо далеко. Он все видит, блин. Под водой. Ага, вот он, выход был. Прям видел его. Прям где-то здесь он под камнем сидит. Ну там камушек маленький. Так его не увидишь. Так, ну вот еще одного. Последнего, я думаю, пока хватит. Тоже такой прям крупный. Во, какое перо красивое. Так, в итоге у нас сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук хватит. Отличная рыбалка была. Сегодня мы покинули базу. Классная такая база была. Наелись рыбы, ухи, чая. Нажарились на сегодня тоже на обед рыбки. Сегодня 29 августа. Сегодня у меня праздник. У меня сегодня день рождения. Сейчас едем до другой избы. Ну, там по пути порыбачим еще где-нибудь. Остановимся на избе, отметим, переночуем и дальше поедем. Сегодня солнечно. Вчера вечером прям такой хороший дождь прошел. Мы как раз на веранде сидели. О, утки, утки, утка, уточка. Кря-кря. Ну, на этого похож. Как его? Зеленоголового. Здоровая утка была, селезень. Если честно, я даже не знал, что здесь столько и гуси, и утки обитают. Я думал, тут только одна рыба. Половила сегодня хорюсков. Было очень классно. Интересно, конечно. Вот такая рыбалка мне нравится, чтобы не кидать далеко, постоянно там простреливать. Я просто опустил, чуть провел, он тебе раз и все. Ну, то есть я первый раз с такой рыбалкой сталкиваюсь. Это будет мне опытом. Буду теперь знать. А так у нас погода вообще. Сейчас тепло, солнышко. Вот вчера не мог зарядить камеру. Телефон, камеру. Короче, вообще на подсосе был. Сейчас он заряжаю опять. Есть еще основная. Ну как основная? Вторичная камера, которая с приближением. Там много еще заряда, там несколько батареек у меня для этого. Но она неудобная, ее только с руки не можно снимать. Вот. А так все хорошо, мне все нравится. Навязал он еще рыбу, сейчас вялю. Все, еду, второй день вялю хорюзов. Чуть-чуть переделал. Ну, я думаю, завялится за сегодня. Костянику я ем каждый день.
по чуть-чуть. Оказывается, это походу моя самая любимая ягода. Больше я ее нигде так не поем. И прям отрываешь, ешь. До большого порога нам 2 километра осталось. Вот там-то мы не будем проходить, будем лодки наши, байдарки перетаскивать, потому что там очень опасно на таких наших корабликах. Обеденный перерыв. Вчерашняя сваренная картошка. Малосол? Угу. Ну давай кусочек. О. Так, ну я готов к жареной рыбке. Одну кусок и пока что. Так. Это что, плавники? Ладно, плавник пока поем. Капец. На мой первый взгляд, это вообще это просто попадос. Такие волны от камней. Вот это самый опасный, короче, порог. Вон сколько камней лежит. Вот мы будем сейчас его обносить туда, будем таскать байдарки. Ну по камням что так, прискок. Я думаю, недолго. Прикольно. Когда видишь своими глазами, это капец просто вообще. На видео, может быть, и не так. Я всегда хотел посмотреть. Очень сильно наслышно про этот порог. Но Антон говорит, еще это мало воды. Когда больше воды, наверное, тут вообще капец, блин. Вот эти вот все, вот здесь все бурлит, наверное, из этих камней. Да, опасно.
Это один сторож подогнал нам масло, а то у нас уже почти закончилось масло. Вот, только выехали, дождь пошел у нас. Угу. Есть. Есть. Что за рыба? Ну, хариус. Этого возьмем. Тут была электростанция, сейчас он тарахтит. У нас вообще сегодня свет, печка, тепло. Окна не было. Своими силами сделали.